Сталинград свое дело сделал. Бойцы покрыли себя неувидаемой славой. Это не вам. Это мой самолет воплотил. Хорошая машина, товарищ Сталин. Очень хорошая. А почему вы ее не оставили и не выбросились на... Как воевать так вместе? А свадьбу без меня? Товарищ Сталин, мы постеснялись беспокоить вас. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Не против вас, товарищ Сталин. Вот почему вы хотели именно в его отряд и ни в какой другой. Ни в какой другой. Лучше немцев. Ваше наступление рисковано. Тем хуже для немцев. Тем меньше останется у них сил защищать Берлин. А эти группировки уже блокированы и обречены на гибель. Вы многим рискуете, желая войти в Берлин первыми. Если союзное командование обеспечит должную активность. А чего стоят десятки единых планов, в кавычках, которые то и дело появляются в нашей печати нам же на позор? Детский лепет, приготовищик. Они только в конец запутают живое дело. Итак, ваше мнение? По-моему, двух мнений и не может быть.